тем временем террористы могут использовать украденное американское оружие с элитной военной базы в Германии. Пропал целый арсенал. Представитель США заявил, что оружие никак не могут найти. Среди пропавшего пистолеты, пулеметы, в том числе крупнокалиберные. Я замечу, вместе со станком он весит около 20 килограммов. И незаметно вынести его с военной базы, ну просто невозможно.